уже более 33 лет Александра Ивановна Зеленская дарит тепло своего сердца детям. Из них 25 лет в нашей средней школе номер 3. Работа с детьми – это смысл ее жизни, поэтому они отвечают ей тем же теплом и взаимностью. Совсем недавно Александра Ивановна праздновала свой юбилей. Ребята с большим желанием приняли участие в поздравлении. Еще бы крылья, как у этих птиц, и с легкостью подняться под небеси. Но сколько не прочитано страниц, а сколько не пропито добрых песен. Вы пропустили детскую судьбу через себя, испытывая муку, себя мобилизуя на борьбу, испачкав мелом трудовые руки. Усталости не знают, пишут, думают, читают, улыбаются, страдают, помогают всем. Кто анализ составляет, справки пишет, играет, мудрость не дает совет. Вы знаете, в то время, наверное, все мечтали быть учителями. Это сейчас уже другие профессии появились. А тогда девочки все мечтали учителями и мечтали проверять тетради, как это у них. Печально, но тетради казались нам таким совершенством в работе. Поэтому все мечтали проверять тетради, я тоже хотела стать учителем. Кто ли у вас учитель? Ваш любимый учитель? Чем он вас очаровал? Может быть, именно из него вы решили стать учителем? С благодарностью вспоминаю своего классного руководителя уже в старших классах, Марию Степановну Артельщикову, которая была географом тоже. Я вспоминаю учителя математики, который был в начальных классах. Я вспоминаю с удовольствием учительницу литературы. Я училась в селе, и когда я смотрела, как красиво одета эта учительница, как она идет гордо по селу, как здороваются с ней все люди, от маленьких до стариков. С уважением относится к учителю. Мне казалось, что это вот все в этом учителе. И вот, наверное, с того времени сказать так, что на меня кто-то один произвел впечатление, я именно одному кому-то там вот, поэтому пошла, что нет. Но учителя у меня по жизни были хорошие. С юбилеем вас, Александра Ивановна, будьте счастливы.